Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с фототехникой, а в частности с автоматизированной головой. Здесь вот у вас представлена фирма Zifon, которая поставляет данный вид голов, в данном случае YT1000. 1000 говорит, что выдерживает 1000 грамм, ну, либо 1 килограмм. Есть у них линейка с меньшим весом, это 260 и 500 грамм. Есть и крайняя модель на 3000, то есть 3 килограмма выдерживает. Ну вот мне понадобилось такой тип головы автоматической, которая осуществляет движение, во-первых, на 360 градусов по горизонтали, и по вертикали у него берет угол 70 градусов по 35 от горизонта, так называемый, вниз и вверх. В сумме получается 70 градусов. Скорости как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении до 8, начиная где-то от 2 градусов, заканчивая 8 градусами. Пришло это все в стандартной упаковке серого цвета. И внутри вот находилась такая вот упаковка. Пришла достаточно все прилично сохранено. Доставщиками Китая и Российской Федерации, в этот раз Сберглогистика. И представляет из себя вот данную коробку. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте ее вскрывать, смотреть, что продавец предоставил внутри данной коробки. Вот такая коробочка. Всем, кому нужны циферки и спецификации, смотрим, рассматриваем. Как видим, максимальный килограмм. Здесь есть пульт управления, работает по Wi-Fi. Компактный размер, и можно выставлять скорость. Так, и вот продемонстрирован пульт, как им управлять, что он может и так далее на английском языке. Вот такая вот коробка. Внутри коробочки у нас находится. Ну вот как по картинке, это зажим смартфона. Здесь он такой, достаточно простого вида. Имеется в виду, изготовлен из пластика. Единственное отверстие под резьбу здесь металлические. Ну, продавец даже положил две батарейки типа 3А. Дальше вот такой вот пульт здесь находится. Он достаточно толстенький, где-то 2 сантиметра толщину. Весь экран, управляющие кнопки. И сзади мы вставляем две батарейки, либо аккумулятора по типу 3А. Сейчас давайте, кстати, это и сделаем. Ну вот, все здесь загорелось. Вот такой вот пультик. И отключается автоматически. Внутри у нас находится сама голова и инструкция по эксплуатации. Сейчас мы лишнее уберем. Кстати, помимо инструкции по эксплуатации, есть еще кабель USB-A на Type-C. USB-A и Type-C. Новая. Дальше инструкция. Скорее всего, как обычно, на двух языках. Это у нас китайский язык и английский язык. Кто не умеет переводить с английского, пользуемся Google Translate, наводим камеру, и вам автоматически переводит. Что из себя представляет голова? Вот здесь вот продемонстрировано. Здесь управление, название производителя, Zifon, марка. Дальше здесь зарядка, градусы показаны. Да, и здесь аккумулятор. Единственный минус. Аккумулятор тут не обычный 18650, а даже на нем не написано. 18500. Вот единственный минус. Плюс-минус. Даже на нем плюс-минус не написано. Вот такая вот голова. И давайте посмотрим. Здесь есть уровень, кстати, пузырьковый, стандартный. Здесь возможно голову ее так прицепить, чтобы у вас по вертикали 360 вращалось и 70 градусов по горизонтали. Сверху металл, внизу корпус полностью пластиковый. А некоторые детальки, такие как установка камеры, либо на штатив, выполнены из металла.
есть предохранитель, чтобы у вас камера не скатилась. 1/4 резьба дюйма и снизу 1/4 резьба дюйма. Здесь прорезинена поверхность. Кстати, заряжен аккумулятор на 75% где-то демонстрируется. И включение происходит, поиск каналов и так далее. Здесь вот скорости выставляются, то есть, как говорил, 8 скоростей. Плюсом-минус выставляется. Давайте так. И так. И при помощи кнопок осуществляется движение горизонтали и вертикали. И давайте проверим, ну, так называем, на максимальный вес, получится либо не получится осуществить движение при помощи данной головы. Для этого присутствует у нас справа Nikon D5600, у него где-то 400 грамм веса, плюс объектив 18-140, у него где-то тоже под 400, и плюс вот батарейная ручка либо блок, у него вес тоже где-то 100-150 грамм, и вот как раз до килограмма мы и дотянем. Давайте собирать и смотреть, как у нас осуществляется движение при помощи данной головы.
Я вам продемонстрировал автоматическую голову Zifon YT1000, которая выдерживает нагрузку до 1 кг. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию и продемонстрировал возможности данной головы. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.